Пошли. В колонну подвое. Подвое, подвое, братцы. Дивизион! Стой! Отставить. Капитан. Быстрее, побыстрее, господа студенты! Кто не умеет, осторожнее! Юнкера, объясните студентам! Строится. Построение. Вот, брат, есть. Пополнение. Говори, маменькины сынки. Господа офицеры! Впечатление? Трудновато. Многие не имеют понятия о винтовке. У меня, господин капитан, пятерых во взводе не хватает. По видимому ходу дали студентики. Вообще чепуха свинячая, ничего не разберешь. Настроение? Не обстрелянные? Смущают. Потрудитесь поднять настроение. Потрудимся. Шагом марш. Пригибать! Смотреть штыки! Унтер-офицер Турбин! Унтер-офицер Турбина! Командиру батареи! Турбин! А ну-ка, двинь-ка нам песню поэнергичнее так, чтоб Петлюра умер, мать его. Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною, и скорой на радость соседей врагов. Юнкера, кого хороните? Так громче музыка
портрет, сорвать кисию. Слушаюсь. И враг бежит, 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 как за царя, за Русь, за нашу веру, мы грянем громкое. Ура, ура, ура! Из темного леса навстречу ему идет вдохновенный кудесник, покорный перуну старик одному, заветом грядущего вестник. Так громче музыка, играй победу, мы победили. И враг бежит, 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 так за царя, за Русь. А ну, подравняйся! Подравняйся! Вы что, императора Александра Благословенного не видели? А ну, наверх! В актовый зал! Бегом! Марш! Господин старший офицер, дивизион имени командующего генерала от кавалерии Белорукова построен. Командир первой батареи, штабс-капитан Машлаевский. Вольно. Вольно! Поручик, будьте любезны. Выслать застав на Демеевку. Слушаюсь. Разойдись. Первый расчет. Что? Озябли? Так точно, господин капитан. Прохладно. А чего же вы стоите на месте? Потопчитесь, разомнитесь. О, синий как покойник. После команды вольно, вы не монумент. Каждый сам себе печка. А ну-ка, парты ломать и живо вниз! Братцы, вали в класс! Парты ломали! В портретном зале печки, камин топить! Хватит, хватит, второй звонок! Вот так. Да нет, не так, шляпа. Вас команда не касается? Камин, когда прошу. Превосходительство, партами топить мне господином директором велено. Явление 14. А чем топить, а, Максим? Помнишь меня? Дровами, батюшка, дровами. А где у тебя дрова? А дров у нас нету. Ну и катись отсюда, старичок, колбасой. Эй, юнкера, шевелись, какого черта? Татари. Чистые татари. Паство, господа военные! Что же это вы делаете? Эх, кто ж так печи растопляет? Дай сюда. Петлюра?
Я убит, господа. Струнко! Здравия желаю, ваша светлость. Здравствуйте, поручик. Я назначил совещание. Должны быть командующие русской армии Белоруков и представители германского командования. Никто не прибыл, ваша светлость. Вечно опаздывают. Сводку мне. Осмелюсь доложить, ваша светлость, я только что принял дежурство. Корнет, князь Новожильцев, дежуришь до меня? Слит размовляты по-украински. Это безобразие. Ни один мой офицер не говорит на языке страны. Слухаю, ваша светлость. Ну, прохаю ласково. Корнет! Черт его знает, как корнет по-украински. Новожильцев, я думаю... Думаю. Говорить по-русски. Слушаю, ваша светлость. Корнет князь Новожильцев, дежуривший до меня, заболел. Внезапно. И отбыл домой еще до моего прибытия. Оставил дежурство? Что у вас происходит, поручик? Комендатура? Нужно слышать по голосу, кто говорит. Сейчас же наряд на квартиру Корнета Новожильцева. Арестовать. Зараз. Я его расстреляю. Я покажу вам всем! Садитесь, голубчик. Что вы стоите? Садитесь. Соединитесь со штабом армии. Осмелюсь доложить вашей светлости известие чрезвычайной важности. Командующий добровольческой армией при вашей светлости генерал Белоруков внезапно заболел. Катастрофа, что ли? Ну что вы молчите? Так точно, ваша светлость. Катастрофа. Петлюровские части прорвали городской фронт. Погодите. Во всяком случае, вы отличный, расторопный офицер. Я это давно заметил. Соединитесь со штабом германского командования. Слушаюсь. Живо, голубчик, живо. Зайнзенбита. Представители германского командования. Генерал фон Шрат и майор фон Дуст. Просить. Отставить. Виталий Тепляц. И как бы... Поручик, введите протокол совещания. По-русски разрешите, ваша светлость? Разрешите, генерал. С большим удовольствием. Я обращаюсь через ваше посредство к германскому правительству следующим заявлением. Украине угрожает смертельная опасность. Я прошу немедленно дать войска для того, чтобы навести порядок на Украине столь дружественной Германии.
сожалению, германское командование не может такое сделать. Как? Почему? Физически невозможно есть. Германские командования забирают дивизии и уводят их в Германию. Мерзавцы. Остановить Петлюру невозможно есть. Ручка, я прошу подчеркнуть эту фразу в протоколе. Слушаюсь. Ничего не имеет против. Подчеркните. Так. Значит, меня, мою армию и правительство вы оставляете на произвол судьбы? Нет. Мы командированы брать меры к спасению вашей светлости. Сейчас вагон и на Дойчланд, Германия. Я не согласен. Я заявляю протест германскому правительству. У меня есть возможность держать город еще своими средствами. Но ответственность за разрушение столицы ляжет. Я думаю, что правительство Англии и Франции... Англия, Франция. Германское правительство ощущает себя в достаточной силе, чтобы... Это угроза, генерал? Предупреждение. У вашей светлости никаких вооруженных сил нет. Wir haben keine Zeit. Ja. Вы знаете, что будет с вами в случае взятия вас в плен, а вашей светлости есть приговор. Он есть весьма печален. Прошу извинения у вашей светлости. Повесить. Я имею только 10 маленьких минут. После этого я раздеваю с себя ответственность за жизнь вашей светлости. Будьте любезны, действовать тайно и без всяких шум. О, никакой шум, es bleibt alles ruhig. О, будьте спокойны, ваша светлость. Тихо, ruhig! Генерал фон Шрат, Слутшайнер, зацепил брюками револьвер и попал себе на голову. Гетман где? Да, Гетман. Гетман есть очень здоровый. Ваша светлость, любезно высуньтесь. Все спокойно. Прошу пропускать врача с инструментом. Ваша светлость, как будто вы есть я, а я есть раненый. Делайте, как хотите. Bitte sehr. Herr Doktor?
бежать, что ли? Поедет Елена. Экселленц, фертиг. Все бумаги сжечь. Слушаю. Ваша светлость. Майн хэр. Ваша светлость, ложитесь. Нужно объявить народу манифест. Поручик, пишите. Бог не дал мне силы, и я... Из поезда телеграммой. Осторожно. Шнелло! Быстро! Ворота! Відчиняй! Швидко! Все в порядке. Поручик, вам советую не засиживаться здесь. Слышите? Беглый огонь. Каламбур. Беглый. Именно. Пропуск на боковой вход и германский патруль имеете. Auf Wiedersehen. Времени нет. Нет. Портсигар оставить? Лакеи сопрут. Историческая ценность. Бумаги мы палить не будем, кроме адъютантского списка. Я или не свинья? Нет, я не свинья, и совесть моя будет чиста и спокойна. Дивизион, Алексей Васильевич. Шервинский говорит. Алеша, передайте Елене Васильевне, чтобы она из дому никуда не выходила. Дальше. Слушайте меня внимательно. Что ж, командир не идет. Скоро назначено выходить. Из дворца по телефону вызвали. Полковник в штаб уехал, ясно? Фёдор,
Идет мне эта шляпа? Как же. А бритвочку в карман возьмете? Бритва в карман. Дорогой Федор, позвольте мне оставить вам 50 карбонцев. Покорно благодарим. Позвольте пожать вашу честную трудовую руку. Не удивляйтесь, я ведь демократ по натуре. Я во дворце никогда не был, адъютантом никогда не служил. Понятно. Неужто ходу дал? Смылся. Ох, прощалыга. Бандит неописуемый. А нас всех, значит, на произвол судьбы. Виноват. Алло, бросайте все к чертовой матери и бегите. Значит, знаю, если говорю. Шервинский! Дорогой Федор, как неприятно с вами беседовать, но... Федор! Дарю вам этот кабинет. Чудак, подумайте, какое одеяло может быть из этих портьер. Ира, чем же я вам могу помочь? Бросайте все к чертовой матери и бегите. Федор говорит. Федор! Здравствуйте, дачники, здравствуйте, дачницы. Летние маневры уж давно начались. Гребись моя, любимая, цок-цок-цок по улице идет драгунский полк. Гребись моя, любимая, цок-цок-цок по улице идет драгунский полк. Сапоги фасонные, звездочки погонные, по три звезды, как на луже коньяке. УАЗ. Где-то близко. Да. Это по нас, господин капитан. Вздор. Петлюра плюнул. Я думаю, господин капитан, что сегодня придется Петлюре повидаться. Интересно, какой он из себя. Узнаешь, не спеши. Наше дело маленькое. Прикажут, повидаем. Мерси. Эй, юнкера, какого ж вы? Веселей! Гребись моя, любимая, день-день поручики шпорами звенят. Объяснения бурные и слова амурные, и признания нежные до самого утра. Гребись моя, любимая, чок-чок-чок по рюмочку, рюмочки стучат. Гребись моя, любимая, чок-чок-чок по рюмочку, рюмочки стучат. Сборы кончаются, парочки прощаются, до чего короткая военная любовь. Гребись моя, любимая, буль-буль-буль, бутылочка зеленого вина. Гребись моя, любимая, буль-буль-буль, бутылочка зеленого вина. Где старший офицер? Командир дивизиона. Встать! На построение в актовый зал! Живо! Наверх! Разберись! Вторая по правому маршу! Третья налево, третья! Господин полковник, дивизион к бою готов! Старший офицер дивизиона имени командующего генерала от кавалерии Белорукова, капитан Студзинский. Спасибо, Александр Вячеславович. Список дивизиона. Список. Наша застава на Демеевке. Так точно. Вернуть. Вернуть заставу. Слушаюсь.
бункера. Приказываю всем офицерам и дивизиону внимательно слушать все, что я им скажу. Слушать, запоминать, запомнив, исполнять. За ночь в нашем положении, в положении русской армии, я бы сказал, в государственном положении Украины, произошли резкие изменения. Поэтому я объявляю вам, что дивизион я распускаю. Борьба с Петлюрой закончена. Приказываю всем, в том числе офицерам, немедленно снять с себя погоны, все знаки отличия, и немедленно же бежать и скрыться по домам. Я кончил. Исполнять приказания. Господин полковник. Алексей Васильевич. Алексей, господин полковник! Что такое? Как? Арест. Измена. Арест. Что это значит? Молчать. Не рассуждать, исполнять приказания. Живо. Что это значит, господин полковник? Эй, первый взвод! Арестовать его! Арестовать! Мы ничего не понимаем. Как арестовать? Ты что, спешился? Петлюра ворвался! Вот так штука! Я так и знал. Тише! Что это значит, господин полковник? Первый взвод за мной! Что вы, господа? Что вы делаете? Арестовать его! Он передался Петлюре! Господин полковник, вы арестованы! Постойте, поручик! Пустите меня, господин штабс-капитан! Руки прочь, взять его! Юнкера назад! Алексей Васильевич, посмотрите, что делается. Назад! Назад, вам говорят! Не слушать младших офицеров! Что это? Господа! Господа! Не слушать старших офицеров! В дивизионе бунт! Равняйтесь по командиру второй батареи! Что вы делаете? Молчать! Сдать его! А ну! Молчать! Я буду еще говорить! Не о чем разговаривать! Не хотим слушать! Не слушать! Не хотим! Дайте же сказать! Тише! Тише, юнкера, успокойтесь. Пусть выскажется. Мы его отсюда не выпустим. Уберите назад своих юнкеров сию же секунду. Назад! 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 Становись! Пирра! Смирно! 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 На место! Да, очень я был бы хорош, если бы пошел в бой с таким составом, который послал мне Господь Бог в вашем лице. Но то, что простительно юноше-добровольцу, непростительно вам, господин поручик. Я думал, что все вы поймете, что случилось несчастье, что у командира вашего язык не поворачивается сообщить позорные вещи. Но вы недогадливы. Кого вы хотите защищать, ответьте мне. Отвечать, когда спрашивает командир. Кого? Гетмана обещали защищать. Гетмана? Отлично. Сегодня в 3:00 утра гетман бежал, переодевшись германским офицером.
В то время как поручик собирается защищать гетмана, его давно уже нет. Он благополучно следует в Берлин. Одновременно с этой канальей гетманом бежала по тому же направлению другая каналья. Его сиятельство, командующий армией белоруков. Так что, друзья мои, не только некого защищать, но и командовать нами некому. Ибо штаб генерала дал ходу вместе с ним. Это ложь! Ложь! Кто сказал ложь? Я отвечаю за каждое свое слово. Господа, друзья мои, конница Петлюры на окраинах города. Тут один из вас вынул револьвер по моему адресу. Он меня безумно напугал. Мальчишка. Господин полковник. Молчать! Я вас не поведу, потому что в балагане я не участвую. Тем более, что за этот балаган заплатите своей кровью. Совершенно бессмысленно. Вы все. Берлин? Быть не может этого! Господа, да что вы его слушаете? Что вы на митинге? Стоять смирно! Позор! Пойди ты к черту! Что ж нам теперь делать-то, а? Гроб ложится. Капкан загнали. Кричали вперед, вперед! А теперь назад! Найду гетмана, убью! Убрать эту бабу к черту! Юнкера, слушайте! Если верно, что говорит полковник, равнение на меня! На меня! Достанем эшелоны и на Дон! На Дон? К Деникину! К Деникину! Легкое дело. Чего ты несешь? На Дон! На Дон невозможно! Алексей Васильевич, надо все бросить и вывести дивизион на Дон. Капитан Студенский! Я буду приказывать, а вы исполнять! Слушайте вы! Вы встретите тех же генералов! Ту же штабную сволочь! Совершенно правильно! Они заставят вас драться с собственным народом. И когда народ расколет вам головы, их превосходительство убегут за границу. Я знаю, в Ростове то же самое, что и в Киеве. Там дивизионы без снарядов. Там юнкера без сапог. Офицеры сидят в кофейнях. Слушайте меня, друзья мои! Мне, боевому офицеру, поручили толкнуть вас в драку. Было бы за что, но не за что. Я вас не поведу и не пущу! Белому движению конец. Народ не с нами, он против нас. Значит, кончено. Гроб, крышка. И вот я, кадровый офицер Алексей Турбин, вынесший войну с германцами, чему свидетелями капитаны Студзинский и Мышлаевский, я на свою совесть и ответственность принимаю все. Все принимаю. Предупреждаю. И, любя вас, посылаю домой. Я кончил.
Срывайте погоны. Бросайте винтовки немедленно по домам. Господин полковник, разрешите зажечь здание гимназии? Не разрешаю. Господин полковник, Петлюре достанется цейхгаус, орудие и... Достанется. Господин полковник, Алеша. Господин капитан, Петлюре через 3 часа достанутся сотни живых жизней. Единственное, о чем я жалею, что я ценой своей и вашей, еще более дорогой, конечно, жизни, их гибели приостановить не могу. О портретах, пушках и винтовках прошу вас со мной более не говорить. Господин полковник, от моего лица и от лица офицеров, которых я не сумел удержать от безобразной выходки, прошу вас принять наши извинения. Юнкера, домой. Юнкера, бей отбой. По домам. Елена Васильевна, дорогая, располагайте мной как вам угодно. Хотите, я оденусь и отправлюсь их искать? Ах, нет, нет, что вы, Ларионик, вас убьют на улице. Будем ждать. Боже мой, зарево. Какой ужасный рассвет. Что там делать? Только хотела бы одно знать, где они. Боже мой. Как ужасна гражданская война. Знаете что? Я женщина, меня не тронут. Я пойду посмотрю, что делается на улице. Елена Васильевна, я вас не пущу. Я просто вас не пущу.
Что мне скажет Алексей Васильевич? Он велел ни в коем случае не выпускать вас на улицу. И я дал ему слово. Я близко. Елена Васильевна. Мне только узнать, в чем дело. Я сам пойду. Оставьте. Будем ждать. Ваш супруг очень хорошо сделал, что отбыл. Это очень мудрый поступок. Мой супруг. Он переживет теперь в Берлине эту ужасную кутерьму и вернется. Имени моего супруга больше в доме не упоминайте, слышите? Хорошо, Елена Васильевна. Всегда я найду, что сказать вовремя. Может быть, вы чаю хотите? Я поставлю самоварчик. Нет, нет, не надо. Постойте, постойте. Не открывайте. Нужно спросить, кто там. Кто там? Это я, Шервинский. Слава богу. Что это значит? Катастрофа? Петлюра город взял. Боже, какой ужас. Где они? В бою? Не беспокойтесь, Елена Васильевна. Я предупредил Алексея Васильевича, так что все обстоит благополучно. Как же благополучно. А гетман, войска? Гетман сбежал. Сбежал? Бросил армию? Точно так. И командующий Белоруков. Подлецы. Неописуемые. Прохвосты. Ай-яй-яй. Елена Васильевна, разрешите мне спрятаться у вас? Ну, конечно. Сейчас офицеров будут искать. Как я счастлив, что вы живы и здоровы. Так, давай его. Концерт. Музыка. Ну, подожди. Попадешься ты мне где-нибудь, пан Гетман. Гадина. Алешка, зажег я сей гаус, достанется Петлюре шиш вместо шинелей. Ты только сам бога ради не задерживайся. Беги домой. Сейчас вкачу еще две бомбы в сено и ходу. Ты чего сидишь? Пока застава не прибежит, не могу. Алеша, надо ли, а? Что ты говоришь, капитан? Я тогда с тобой останусь. Зачем ты мне нужен, Виктор? Вы что, взбесились все, что ли? Будете ли вы слушать или нет? Приказываю к Елене сейчас же. Караульте ее. Я следом за вами. Ладно. Бежим к Ленке. Николка ушел ли? Гоните его в шею, ради бога. Ладно. Алеша, не рискуй. Учи ученого.
И когда по белой лестнице поведут нас в синий край, серьезно, серьезно и весьма, застава бы не засыпалась. Алёша! Ты что же, шутки со мной вздумал шутить? Сию минуту домой. Я без тебя, полковник, не пойду. Что? Стреляй, стреляй в родного брата. Болван. Ругай, ругай родного брата. Я знаю, чего ты сидишь. Ты, командир, смерти от позора ждешь. Так я тебя буду караулить. Ленка меня убьет. Снять погоны! Эй, кто-нибудь! Взять юнкера Турбина! Капитан Студзинский, Мышлоевский! Кто-нибудь, эй! Все уже ушли. Ну, подожди, мерзавец. Я с тобой дома поговорю. Свои! Слава тебе, Господи. А где Алёша и Николай? Спокойно, спокойно, Лена. Улицы еще свободны. Не бойся ничего, их обоих застава проводит. Ну, стало быть, ты все знаешь. Спасибо, все. Ну, немцы! Ничего, ничего. Когда-нибудь вспомним мы все. Ничего. Грейтесь, раздевайтесь. Здравствуй, Ларион. Вот, Витенька, какие ужасные происшествия. Да, происшествия первого сорта. Идите, грейтесь. Я вам сейчас самовар поставлю. Помочь, Лена? Спасибо, я сама. Здоровенький Булы, пани личный адъютант. Чому ж вы без аксельбанту? Поезжайте, господа офицеры, на Украину и формируйте ваши части. И прослезился. За ноги вашу мамашу. Что означает этот балаганный тон? Балаган получился, от того и тон. Балаганный. Ты ж сулил и государя императора, и за здоровье его светлости пил. Кстати, где эта светлость теперь? Зачем тебе? А вот зачем. Если бы мне попалась сейчас эта самая светлость, взял бы я ее за ноги и хлопал бы головой о мостовую до тех пор, пока не получил бы полного удовлетворения. А вашу штабную ораву в сортире следует утопить. Господин Мышлоевский, прошу не забываться. Мерзавцы! Что? Зачем же ссориться? Сию же минуту, как старший, прошу прекратить этот разговор. Совершенно нелепый, ни к чему не ведет. Чего-то в самом деле пристал человеку. Поручик, успокойтесь. Поведение капитана Мышлоевского в последнее время нестерпимо. А главное... Хамство. Я всех вас предупредил. Если бы не я, еще вопрос, сидел ли бы он сейчас здесь живой или нет. Совершенно верно, поручик. И мы очень вам признательны. Что такое? В чем дело? Лена Васильевна, не волнуйтесь. Все будет в полном порядке. Я вам ручаюсь. Идите к себе. Виктор, извинись. Извинись. Ты не имеешь никакого права. Ну, не волнуйся, баритон.
Это я так, я погорячился. Ведь такая обида, сам понимаешь. Ну ладно, брось, Леонид. Довольно странно. Бросьте, сейчас не до этого. Где же Алёшка Снегов в самом деле? Я сам беспокоюсь. Что же он при тебе ходу дал? При мне. Я был до последней минуты. Замечательное зрелище. Дорого бы дал, чтобы присутствовать при этом. Что ж ты не пришиб его, как собаку? Ты пошел бы сам и пришиб. Пришиб бы. Будь спокоен. Что же он сказал тебе что-нибудь на прощание? Что ж, сказал, обнял, поблагодарил за верную службу. И прослезился. Да, прослезился. Прослезился? Скажите, пожалуйста. Может быть, подарил что-нибудь на прощание? Например, золотой портсигар с монограммой. Да, подарил портсигар. Ишь, черт! Ты меня извини, Леонид, боюсь, что ты опять рассердишься. В сущности, ты человек неплохой. Но есть у тебя странности. Что ты этим хочешь сказать? Да как бы выразиться, тебе бы писателем быть. Фантазия у тебя богатая. И прослезился. Ну, а если бы я сказал, покажи портсигар? Убил. Действительно, монограмма. Что надо сказать, капитан Машлаевский? Сию минуту. При вас, господа, прошу у него извинения. Я в жизни не видал такой красоты. Целый фунт, вероятно, весит. 84 золотника. Открывать? Нет, Елена Васильевна, повремените. И вообще, теперь я буду открывать. Вместе пойдем. Удостоверение есть? У меня паспорт царский и студенческий. Царский под ногой, студенческий показать. Успеется. Вот это ты напрасно, это я тебе удивляюсь. Ты-то мог бы быть осторожней. Господа, револьверы лучше выбросить. Не беспокойся, баритон устроен. Ларион, играй на веранду к форточке. Если петлюровский архангел, закашляюсь, я сплавь. Но только что потом найти, вещь дорогая, со мной подошел и не сделал. Не волнуйся, Витенька. Жилец-студент, певец, в гости пришел. Ты, Александр Брониславович, военный медик. После сыпного тифа, брат и прочее. В карманах лишнего ничего нет. Кто там? Телеграмма! Распишитесь! Лена! Александр Брониславович, карандаш! Дай, пожалуйста, четвертной. Благодарствую. Звонишь, звонишь. Тальберг, Турбина. Посылаю вам Лариосика, ТЧК. Боже мой, это она, телеграмма от моей мамы из Житомира. 63 слова. Ого. Ах, простите, Ларион, что начала вслух. Дверь. Лисович я. Лисович. Лисович я. Боже, что же это такое? Среди бела дня. Пошли. Боже, забрали все вещи. Ларион, воды! Расписку взяли.
По предписанию штаба сечевого куреня вещи сдал при обыске. Все, что нажито тяжким трудом. Это никакой не штаб. Это не полк, Вася. Это бандиты. Пиши пропало. Это петлюровцы. Боже мой, что они с нами сделали? Мне угрожали смертью. У каждого свое горе. Застава. Застава с Демиевки. Юнкера! Гоните петлюры следом! Слушай мою команду! Бегите подвальным ходом! Я вас прикрою! Погоны на ходу срывайте! Господи, боже ты мой! Беги, умоляю тебя, Ленку пожалей! Вон чай, офицер Турбин. Брось геройство. Чертям. Господин полковник, этого быть не может. Алёша, поднимись! Висельники. Все равно не дамся, бандиты! Я себя простить не могу. Господа. Не люблю фокусов. Почему не через дверь? Дьявольщина. Не прощу себе. Ах, боже мой! Елена Васильевна! Куда ты, черт, с ума сошел? Да разве можно? Ленку надо убрать куда-нибудь. Боже мой! Алеша, ты где же? Убить меня мало, кладите прямо на пол. Нет, лучше туда. Нельзя же на полу в самом деле. Сапоги, ищите рану. Режь сапог.
У Алексея Васильевича бинты в кабинете. Спирт захватите. Господи, боже мой, как же он подвернулся. Он умирает. Говори одно только слово. Где Алешка? Где Алексей Васильевич? Господа. Что? Леночка, ты не волнуйся, упал он, головой ударился, страшного ничего нет. Да его ранили, что ты говоришь? Нет. А где Алексей? Нет. А где Алексей? А где Алексей? Ты же с ним был, отвечай одно слово, где Алексей? Что ж теперь делать? Этого не может быть. Не может быть. Что же ты молчишь? Леночка, а сейчас? Только не лги. Елена. Елена Васильевна. Лена, что вы? Ну, все понятно, убили Алексея. Что ты, Лена? Что ты взяла? Ты посмотри на его лицо. Посмотри, да что мне лицо? Я знала, я чувствовала еще, когда он уходил. Знала, что так кончится. Говорите, что с ним? Воды. Лена. Ларион, Алешу убили. Ларион, убили Алешу. Вы с ним вчера за столом сидели, помните? Елена Васильевна, миленькая. А его убили. А вы, старшие офицеры, все домой пришли, а командира убили. Лена, пожалей нас, что ты говоришь? Мы все исполнили его приказание, все. Она совершенно права. Я кругом виноват. Нельзя было его оставить. Я старший офицер, и я свою ошибку поправлю. Куда? Нет, стой! Бери руки! Стой! Что ж я один остался? Ты ни в чем ровно не виноват. Я его видел, последний раз предупреждал и все исполнил. Лена! Капитан Шелевский, сию же минуту выпустите меня! Отдай револьвер, Шервинский! Вы не имеете права! Ты что, хочешь хуже сделать? Вы не имеете права! Лена, прикажи ему! Это все из-за твоих слов! Забери у него револьвер! Я от горя сказала, у меня помутилось в голове. Отдайте револьвер. Я обезумела.
Николка. Говори, Лена. Будь мужественна. Мы его найдем. Найдем. Говори на чистоту. Убили командира.